Всем привет, с вами Алина Лайден и добро пожаловать на канал. Я в последнее время чищу зубы вот такой зубной щеткой, мне нравится, что здесь есть разные режимы. Обычный, отбеливающий, полировка, забота о деснах и сенситив для чувствительных зубов. Весь процесс чистки занимает 2 минуты и заряжается она потом в стакане. Сейчас умывалась в умывалке такой от Biore, очень ее люблю. Нанесла тонер уже и хочу сделать масочку. У меня маски от MediHeal, я их обожаю. Это какая-то новая, еще ни разу не пробовала. Сегодня, думаю, сделаю вот такое для сияния розовую. Здесь еще кролик из Line Friends. Вот такой у меня сегодня образ. Решила надеть это платье, потому что скоро переделывать ногти, пока они у меня еще зеленые. Очень так соответствует, гармонично смотрится. Возле дома заехала, купила наклеечки, потому что завтра мне ехать на демо-урок в новый детский сад. Нужно быть подготовленной. Вот такие они миленькие. Здесь вообще много мишек, как раз когда много детей, очень удобно. Я приехала в кафешку, это получается дом, переделанный под кафе. Очень интересно, потому что не на главной улице, а в переулках. И тут еще написано, чтобы ставили скутеры возле входа, либо на главной улице, не у дверей соседей. Потому что я понимаю, что, наверное, соседи здесь жалуются. Какая красота, здесь тоже я видела много людей, в Инстаграме фотки у них здесь на входе. Тайваньский колорит. Ситор уже здесь. Привет. Ну, мы уже поздоровались, она зашла внутрь, чтобы во влог не попасть. Здесь вообще никого сейчас из людей нет. Классно. Смотрите, какие друзья сидят. Прикольный стол в форме чемодана, или это чемодан, переделанный под стол. Интересно. Смотрите, какая инстаграмная кафешка. Очень интересный интерьер. Мне сказали не снимать на камеру. Я взяла у Ситоры iPhone 12 Pro. Показать вам интерьер. Смотрите, как прикольно здесь тоже красиво фоткаться. Это типа мыло. Туалет такой. Тоже красиво. Смотрите, сколько туалетной бумаги. Тут написан бренд этой бумаги и ее состав. То есть можно выбрать. Это очень оригинально. Уже Лера пришла. Привет. Мы заказали, девочки, лимонад. Бразильский кислый он, да? И они заказали печеньки, одинаковый заказ, а я взяла молочный чай, не знаю, сейчас будет сладкий он или нормальный, и подгоревший чизкейк мне принесли. Сейчас с девочками решили пойти в Суши Экспресс, я на скутере доехала, а они пешком дошли. Они уже внутри, я вам решила показать здесь райончик, очень крутой, центр города. Вот они, красавицы, уже сидят. Тоже любите суши? Тоже менюшка. А где менюшка, которая... Она только электронная теперь? Мы что-то сидим, совсем немножко поели, а до нас ничего не доходит. Только яйцо, крабовые палочки и все. Люди забирают всю рыбу на ленте. Но мы заказали, сейчас ждем. Здесь рядом сушечная игровая, которую мы вчера бронировали на 5 часов. Девочки уже внутри. Я сейчас приехала, искала место, где припарковаться, как раз освободилась здесь как раз перед входом. Мне повезло. Центр Гаосюна. Здесь, конечно, очень-очень красиво. Ребята, смотрите. Пальмы. Захожу. Здесь можно играть в разные игры, можно брать на прокат. Оказывается, я приехала не туда. Карта показала другой адрес, я приехала в другую игровую комнату. Здесь не припарковаться, я там возле ПМЛ-Марта запарковалась. Капец. Захожу, так говорю, у меня подруги на втором этаже. Он говорит, ну у нас нет ваших подруг. Я такая, да ладно. Пиздец просто. Здесь прям очень много людей. Здесь наконец-то мои друзья подтвердились. О, господи! У тебя какой-то бешеный стрип был. Звездец. Рассказывай. Я тебе тогда по карте показывала, говорю, это ты не посмотрела, видимо, ты тут ждал, потому что это было после этого кругового перекрестка, это показывал. Ну. Ты говоришь, да, там название на английском такое. Оно такое же. Да, только, наверное, на китайском другое, но там вообще нет. Нет, ну там по прямой было, и повернуть, и у тебя на карте точно так же было. Только в другую сторону. Только в другую сторону? Да, я поехала туда за вот это здание большое, за МРО. Ага. Ох. Но мне здесь сказали, что это одинаковый бренд. Ну так я говорю, он говорит, наверное, они в другом. Ну да. А где еще? Вот, он внизу говорил, типа, позвоните, я говорю, не надо. А я еще так смотрю, люди играют, все, как бы, ну, я говорю, у меня две подруги на втором этаже. Я говорю, у нас нет ваших подруг. В смысле? Я так офигела. Я сначала взяли холод. Хочешь? Сейчас я посмотрю, что там есть, капец. А тут никого нет. Свободный, ну, да, зал. А там так шумно на первом. А сколько тут этажей? 2? Я не знаю. Ох, капец просто. Я там просто парковалась еще долго. Я искала, где припарковаться. Приехала сюда, здесь тоже искала, где припарковаться. Как покер играем на деньги. Лера нам показала, что есть такие игровые комнаты, можно как свои игры приносить, так и тут взять. Оплата почасовая за человека, плюс еще можно купить напитки и снеки. Ну вот это похоже. Давай, давайте попробуем. Это дождь. Диксит — это игра на ассоциации, есть колоды с 84 карточек, они все очень сюрреалистические, их можно по-разному интерпретировать. У каждого игрока по 6 карточек, у нас почему-то было по 5, нужно ходить по очереди. Активный игрок, игрок, чья очередь, выбирает одну карточку, не показывая картинку на ней остальным игрокам, он ложит ее вперед, и нужно описать ее хоть одним словом, хоть фразой. И каждый другой игрок выбирает у себя тоже карточку, как он думает, соответствующему этому слову или фразе. И потом активный игрок собирает от всех эти карточки, плюс свою перемешивает их все вместе. А в нашем случае, так как было всего 3 игрока, было от каждого по одной карточке каждый раз. 3 карточки перемешивает и потом их переворачивает на столе. Задача в игре Dixit — угадать, где была карточка активного игрока. И люди, в нашем случае 2 человека, которые были неактивными в каждом раунде, должны проголосовать за ту карточку, которую они считают — это игра активного игрока, который загадал какую-то фразу либо слово. И в зависимости от этого начисляются баллы, угадали они или не угадали. Есть поле и фишки-зайчики, которые ходят. И сейчас расскажу, как начисляются сами баллы. Если все угадали карточку ведущего, то все, кроме ведущего, продвигаются на 2 шага. Если никто не угадал эту карточку активного игрока, то все делают два шага, кроме активного игрока. Плюс еще по баллу получает, то есть по шагу получает каждый игрок, когда другой угадывает его карточку. Если кто-то из участников угадал карточку активного игрока, а другие нет, то он получает 3 балла, и активный игрок также получает 3 балла. То есть смысл, чтобы получить больше баллов, больше продвинуться по полю, чтобы хоть кто-то отгадал твою карточку, но чтобы не все ее отгадали. То есть нужно придумывать достаточно сложные ассоциации какие-то, чтобы людям было понятно, какие карточки выбирать, но в то же время не слишком очевидные ассоциации, чтобы не было такого, что прям все отгадали твою карточку, тогда ты просто не получишь баллы и не выиграешь. Очень интересная игра. Я не знаю, что такие места есть, что сегодня же того можно. Да, не только в Австралии, да, еще они тоже могут делать. Тут одни мальчики. Тут одни мальчики, да. Вот такая жизнь быть геймером. Не голодный. Думала, ну, не насытный. Много есть, есть, ненасытный. Ненасытный. Пятый, я играю. Как со студентами на английском играют? Они могут сказать все? Ну, по одному слову, какому-нибудь. Мне почему-то на английском легче играть, а вот на русском у тебя больше какой-то... Больше всего ты можешь придумать. И можешь сказать что-то посложнее, чем на... Следующая игра, в которую мы играли, называется «Саботаж», но нам понравилась даже больше. Есть золотоискатели и есть саботажник. У нас было всего 3 человека, если играют больше людей, может быть несколько саботажников. Смысл игры для золотоискателей — прокладывать постепенно путь и добраться до золота. А саботажник, либо саботажники выигрывают, если никто не добрался до золота в конце. Ну ладно. Очень интересная колода. Там есть карточка-карта. Если она у вас выпадает, можно посмотреть одну из 3 конечных карт, где лежит золото, и узнать за один ход. Также есть карточки «Поломать фонарь», «Поломать инструменты», «Поломать тележку», которые можно дать другому игроку, и тогда он не сможет ходить, пока не получит карточки реабилитации, чтобы это починить. Вот, я не хочу быть саботажником. Давайте выберем наш На самом деле я поняла, как играть. Если саботажник, нужно притворяться, что ты нормальный человек, нужно иметь взрывчатку до конца игры и тупые ходы до конца игры. И нужно притворяться до конца игры, и нужно смотреть, где золото, чтобы типа ты на золото здесь, только с хорошей ходы, но самому строить всегда, чтобы тебя не заметили. У нее такая тактика. Но она уже на половине, она уже сдулась. Потому что она посмотрела, где золото, и она уже поняла. Блокируй ее. А уже все. А почему у меня 5 карт? Блокировала. Да. Как я освобожусь? Тебе нужно зеленый именно вот с этим значком. Давайте ей мешать. Я спустилась на 1-й этаж, сейчас заказала напитки нам еще. И здесь, смотрите, как шумно, и это выбор игр. Я медленно сниму вам показать, что тут есть. Я думаю, многие на китайском прям, но есть и на английском что-то. Боже, как они кричат. Вот, потом тоже можно взять, попробовать поиграть. А это, кстати, мы Супер Райна в школе в нашей играем с детьми. Нам саботажник игра понравилась даже больше, чем Диксит. Мы в общей сложности в этой игровой пробыли около 4 часов. Очень классно, я очень рада, что в Гаосюне у нас есть такие места. Отлично! Да, я же ее посмотрела. Я же клейку. Отлично. Все, мы выиграли наше золото. Так, сначала. Мне понравилось. Мне тоже очень понравилось. Если понимаешь... Да, ну ты поняла. Да, молодец. Мы так офигенно поиграли. Час человека в игровой стоит 35 тайваньских долларов. Мы заплатили каждое по 140 за 4 часа. Вот, напитки отдельно оплачивали. Ну, там все дешево, как в обычном магазине. И девочки захотели посмотреть DVD. Лера захотела. На английском они с мужем смотрят. У нас дома есть Apple TV. Если мы смотрим какой-то фильм с мужем, мы просто на Apple TV покупаем. А чем ты взяла? Это 140, 140, а вторая 220. Это на 7 дней. Да. Ты все посмотрела? Не, но потом они возвращают. Это типа как залог. Что возвращают? Деньги. Но там за просмотр. Потому что, да. Небольшая сумма. Небольшая сумма. Прикольно. Ну все. Я только одну смотрела в кино, ничего не поняла. Какую-то из них я смотрела. Ну все. Все, прощаемся. Всем пока, буду заканчивать этот влог. Пока. Подписывайтесь на меня в Инстаграм, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на канал. Всем пока. И на девочек я тоже оставлю их Инстаграм. Лера начала свой блог о Тайване. Которым, может, тоже потом заведем. Ну ладно. Всем пока.